В этом мире не найти его поддержки, понимания. Лишь глубоко там, изнутри, гореть сильнее есть желание. Тот огонек — моя душа. Ей в этом мире одиноко, вокруг одна сплошная тьма. А солнце кажется далеким. Но почему я здесь одна? Зачем такие испытания? Зачем от Господа судьба мне проходить через страдания? Где утешение найду? Здесь на земле мне все чужое. Кто отзовется на беду, когда у человека горе? И мысль звучит, что я сама в своих скорбях, души терзаниях. Но слышу я, ты не одна, с тобою я, поверь, дитя мне. Ты думаешь, я оставлял тебя в путях твоих тяжелых? Тебя я нес, где уставали твои израненные ноги. Когда ты плакала ко мне, я укреплял, давал надежду. А когда каялась в мольбе, я убелял твои одежды. Всегда с тобою, не забудь, как на лозе ко мне привита. Ни разу я не отошел, когда нужна была защита. Всегда с тобою, не забудь. Я по-другому не сумею, только ты тоже рядом будь. Я счастлив, что тебя имею. Господь, я счастье для тебя, ведь за меня терпел так много. Есть люди лучше за меня, кого-то выбери другого. Но в ответ слышу лишь одно: тебя люблю и принимаю, тебя искал, тебя нашел. Теперь держу, не выпускаю, а путь твой знаю, я им шел. Аминь.